Красота Звенигорода и его окрестностей вдохновляла многих поэтов. В течение полугода восьмиклассницы Саша и Влада тщательно отбирали посвященные древнему городу стихи, которые вошли в книгу «Звенигород» в творчестве русских поэтов. Мне очень понравилась идея написания стихотворений городу, потому что, мне кажется, каждый житель должен любить свой город и должен быть знаком с его историей, а стихотворение нас знакомит как с историей, так и вообще со всеми происшествиями в Звенигороде. Поэзия – это как история города, ведает нам о том, что мы не знали. Встретились с авторами, пообщались, узнали подробности биографии с первых уст. А чтобы сделать книгу еще более запоминающейся, девочки попросили художника проиллюстрировать ее. Весь проект они готовили под чутким руководством своего преподавателя Ирины Вадимовны Свиридовой. Они, конечно, много поработали с замечательными нашими поэтами, такими как Боснянским, Киселевым, Шендриковой, Васильевой, Карауловой, Моисеевой, Глубоковским, Владимиром. Спасибо за интервью. И вот эти вот, конечно, встречи, они обогатили наших ребят, и многого они, конечно, интересного узнали. Восьмиклассницы были удивлены тому, что о звенигородских поэтах известно так мало. Именно поэтому работу будут продолжать. Следующая цель – создать вторую часть сборника. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».